И этот, и вон тот еще. Хайрульскими цветами не только любуются, из них делают краски, отвары готовят. О! А вот это принцесса тишины. Очень редкий вид на грани исчезновения. Ее все пытаются разводить в искусственных условиях. Но такая опека ей вредит, сразу начинает чахнуть. Эта принцесса, может, она обречена стать последней? Может... Ой, посмотри, что я нашла! Эта лягушка настоящий деликатес. Ее мясо даже для зелий годится. А еще говорят, что оно улучшает человеческие способности. Я как раз сейчас проверяю эту гипотезу. В замке есть добровольцы, но их мало. Линк, ты такой сильный, ты просто обязан. Обязан поучаствовать в этом важном эксперименте. Ешь! Ешь ее!